дежурный. Прокуратуре тепло. Такими питаннями. Тебе що теж позиція? Сам свій страх. То ти страта є. Не передивишся, не називається трюк. Не відеокамера, а страта. Ілюстратор автоматичний. З автофокус. Скажіть, будь ласка, на як шапку? Та Олег, що ти? Олег, ні, це саме. Не обращайте внимания, он сьогодні. Він вчора погуляв, хорошо, у нього голова болить. Старшому надо юстиці. Старшому? Старшому надо юстиці. Ти мене здав, я хотів чимось задавати, а ти береш. Федоренко? Федоренко. І як? Є такий інспектор ГАІ в місті Боярка, Шевденка. Рідкісний безпідєчник. Во-первых, ударив водителя. Це произошло 4 дні назад. Ударив водителя, витаскував з машини, бив кулаками по машині, виражався нецензурно. Ну, ображав гідність громадян і так далі. Тобто, ну, я вважаю, що це не буде. Заявлення подано в міліцію. Тільки що ми їздили на начальника ГАІ, написали заявлення, і ми продублюємо зараз в прокуратуру. Ось це можна попробуватися. Хороша, щоб одразу. Папа, дядя. Папа, дядя. Теперь уже вариантов, я думаю, что его не уволят, но его не будет. Нет, ну послушайте, если факторы имеются подтверждение, то даже речь о том, что уволят, не уволят, не стоит за счет о том, что это повышение служебных полномочий. Да ладно, смотрите. Вы забыли, какие вы деньги живете? А когда начальник ГАИ говорит, что я два раза увольнял, его не увольняют. Так как? Ну так, это же речь идет об увольнении, он говорит об уголовной ответственности. Чувствуете разницу? Знаете, ну лично было написано очень много заявлений в прокуратуру с фактами, с видеодоказательствами. И каждый раз приходит один и тот же ответ. Порушение дій представника милиции не выявлено. Там оно написано. Да. Ребята, ну давайте так, давайте объективно подойдем к ситуации. Свидетели есть факты? Конечно. Есть свидетели. Видеозапись какая-то? Конечно. А ну, у нас завжди є. Ну, у мене завжди є. 24 числа вже забрали з райвідділу заявлення. По сей день нікого дзвонка нікого не визивали. Вже суд був. Ні, ну, було. Побоїв таких не було. Там ще щось не було. А побої знімаються там в вторник, четвер. 23-й це було там, щоб... Воскресенье. Ні, так, яка різниця? По щочину ударив. Нормально, я на побоях свої ходив. Ну, понятно. Декспер, то нам говорить, не буде нічого, ти безполезно заплатиш нам деньги і все. Нам не треба, щоб було. Заявлення міліції було одразу написано. Я позвонив, вони кажуть, приїжджайте к нам в райвідділ вместе, ну типа не визиваємо, що машину не висилаємо. Поїхав, заявлення написав. Після цього я поїхав, здав кров, що я трезвий, адекватно. Тобто ці бумажки всі. На руках вже є? Так, все на руках. Суд відмінився з-за того, що сотрудник ГАІ не прибув, написав неадекватно.
протоколе какую-то часть, что и прочее. Что значит прочее, судья пожал плечами, я не понимаю. Вот. Свидетель ихний написал, что до суда прошли на дубликаты. Ну, то есть судья говорит, я не могу суд вести, потому что ничего нет. А суд это админ? Да. Ну как бы по такой статье, что платное выключение автомобиля. Да? Статья же это правильно? Нет, там за ЖД переезд. Ну так за ЖД переезд, а после выключения в ней. Вы толпой, ты повернули налево после за переезд? Выехал типа на заборонный сигнал. Ну когда ты едешь после переезда, загорается семафор, ты доезжаешь до конца и... Ну они утверждают. Ну вы поняли. Главное, ничто не знает, как они это делают. Ровно дыши, ровно. Да, забывай. И с криками и так далее. Как вам новый прокурор Крыма? Я не интересуюсь Крымом. Поклон? Да, это просто физически нет. Это женщина? Поклон, да. Прокурор Наташа. Уходили, а поклон. Поклон. Да, это так. Да? Звезда. Я не знаю. Откуда она вылезла? Из-под стола, наверное. Сразу прокуроры. Да, там, конечно, ситуация смешная. Вы тоже прокурор? Да. Бывает иногда такое. На работе. Вы же не подполковник прокурор? Капитан. Я угадал. Я озвучу меня так, как знаю. Как там Юрий Ларченко, да? Да. Как пишется? Так и пиши, по-русски пиши. Не-не-не-не-не. Так давайте, может, ссылки? Как там? Ссылку можно писать полчаса.